недорогую еду в заведении. Здравствуйте, сегодня я покажу вам мое прохождение первой части God of War, которая вышла только на PS2 как эксклюзив. Вот. Позже я вам покажу прохождение God of War 2. Прохождение God of War Призрак Спарты, Ghost of Sparta, я вам, скорее всего, не покажу. Это будет немножко сложновато, но и тем более мне уже будет не так интересно, потому что я ее уже прошел. Ну что ж, посмотрим. Я немножко болею, поэтому могу немного оговариваться, либо мой голос будет слишком жесткий. Ну что ж, начнем. Снимаю я не с самого начала, так как хотелось посмотреть вообще что, как, немножко разобраться. Вот. Играть и говорить как бы не очень удобно, но я попробую. Джойстик у меня стандартный, который был в комплекте. Значит, у меня есть вибрация. Ну, потому что практически на всех джойстиках, которые продавались для PS2, вибрация просто не работала. Почему? Никто не знает. Из-за проблем с совместимостью, наверное. Да ну нафиг. Вот первая часть отличается от всех остальных вот такой вот своей хардкорностью. Она даже на самой маленькой легкости, которая у меня сейчас стоит, она сложноватая. Вы не видели, как я парился с этими ящерами на корабле? Исследовательская компания «Инфоскан» опросила новосибирцев, какие критерии они выбирают в пользу или иного заведения общепита, и часто ли они посещают такие заведения в будни и выходные дни. 56% респондентов вспомнили, что были в кафе в течение последнего месяца, при этом как минимум раз в неделю по будням рестораны и кафе посещают 42% респондентов. Наиболее важный критерий при выборе заведения – наличие зоны для некурящих. Этот вариант выбрали 43% опрошенных. В целом, среди посетителей общепита холостяки составляют 55%. По курсу Центробанка России американский доллар все-таки немного сложновато, в отличие от всех остальных частей, которые я играл. Еще, наверное, сниму мое прохождение на God of War 3, ну, который на PS3 эксклюзив. Да что ж ты, как же тебя открыть? А, вот. Для развития своего бизнеса взял кредит в Ландобанке. Доволен. Предоставил необходимые документы и через 3 дня получил деньги. Реальная процентная ставка, индивидуальный подход. Рекомендую. Запишите телефон 210-31-32. Так, вот мы прошли немножко дальше уже, как вы видите. Первую часть я вроде бы не играл. Но я точно не помню. Ну, хотя вроде не играл, я потому что не помню эти события. О, да, вот этого я точно не помню. Кстати, в последней части было что-то такое похожее, только немножко по-другому. Пошел. Ой, еще один. Ну, мы с ним также разберемся. Мне вот эти мини-игры нравятся во всех сериях God of War. Ну как мини-игры? Вот, вот это то, что нам надо нажать кнопочку, это называется, по идее, правильно, мини-игра. Вот. Я просто почему-то говорю, я недавно нашел полное вот это название в последней игре. Просто решил прочитать, что там внизу в обучалке написано. Вот, и узнал. Так, ну что ж, надеюсь, это будет последний. Вот, вот эти вот обучалки вот снизу, я вот им в «Призраке Спарты» читал, ну и узнал, что это, оказывается, какая-то там мини-игра была. Да, мы возьмем вот этот ящичек. В принципе, игра неплохая, даже очень неплохая.
хорошая графа такая. Ну, если выражать в ПК играх, это графика где-то уровня года, так, наверное, 2008 где-то. 2007 где-то так. Достаточно неплохо, в принципе, для той же самой Sonic 2. А, нет, значит, как-то по-другому. Вторая часть мне тоже очень нравится. Опять же, сложная. Вот. Сюда что ли нам запрыгнуть? А, вот. Все. Так. Так, теперь вот сюда. Так, дальше вот сюда. Берем ящичек вот здесь, чтобы что-то будет, наверное, интереснее. Нет, ничего нет. К сожалению. Так, вылезаем. Снимать я, конечно, буду не всю часть эту. Наверное, только вот от этого момента, ну, где-то до серединки. Где-то минут 20. Минут 20 геймплея покажу. Ну зачем все это? Вам же тоже должно быть интересно. Ах ты, блин. Придется все сначала начинать. Ну, тут не так уж и далеко мы прошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Какой я неаккуратный. Недавно хотел себе смартфон выбрать. Мой старый у меня сломался. И вот, блядь. И вот решил подыскать какой-то. Ну и упал глаз на Samsung Galaxy A2. Почему на него? Ну, процессор у него, да, хреновастенький, 800 МГц. Ну там как бы он двухъядерный, то есть 1600 получается. Но на других там просто 1 ГГц, тоже двухъядерные. Но здесь, что меня очень сильно порадовало, что здесь видеоускоритель не PowerVR, как везде, там не Андрена, там 225, там 200, какой там еще есть, 5, 205, что-то такое, не помню. Вот, а именно Mali 400 MP2 вроде бы. Да, вроде бы MP2. Вот, и вот недавно у друга появился этот телефон. Вот, хотел, блин, узнать вообще, чё, как там, блин, и не могу узнать, блин, он уехал вообще не в тему. Бля. О, кстати, я короткий путь нашел. Я только что-то я не очень понял, что сделать надо. Здесь мы это взяли. Нет, это был не короткий путь. Это была такая, как сказать, бонусная зона. Ну что ж, дорогие друзья, следующее продолжение вы увидите чуть дальше. Потому что у меня кончается место на камере. До скорой встречи. Через несколько минут я вернусь.